Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Скромни, Фокси, Кто-то и Марк Мир. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас пиццерия, карта вышла 16 декабря, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Карта весит 900 килобайт, свежачок, и мы будем сегодня здесь делать вакханалию. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы сегодня спамним очень много SCP-шек. Знаете, что я сегодня искал еще? NPC чужого. И знаете, что случилось? Правильно, я не нашел. Но если найду, мы запишем. Я хочу, чтобы... Было бы прикольно, если бы NPC был бы чужой. Все, пацаны, можно выживать по всей карте, можно бегать везде, и можно ставить мины. Ну, знаете, давайте будем держаться вместе. Так, одного нашел. Погнали. Будем объединяться в команды и выживать. Так, я вижу еще, оно бежит. Так, пацаны, тут тупик, что ли? А, нет, вот сюда. Ой, оно туда бежит. Сюда, сюда. Я успею проскочить. Хоп. Хоп. Их прям очень много. Так, сюда, сюда, сюда. NTT. Так, пацаны. Давайте мины будем брать. Где у нас тут майны есть? Посмотрим. В NTT. Во, есть, нашел. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие-то зомби появляются. Есть, одну мину положил. Надо сейчас будет, пацаны, активировать как-то. Вот, шрапнелевская бомба. Я вспомнил, топовая. А, тупик. Ой, пошла жара, пошла. Я доминировал. Отлично. Первое место. Активируй бомбы. Активируй, беги. Они взрываются на них? Нет. О, они на бомбах не взрываются, что ли? Нет. Сейчас мы будем проверять. Ай-яй-яй, ну да, нормально. Ой-ой-ой. Уходите оттуда. Ты не подорвись. Очуметь. Они взрываются. Какая-то жесть. Так, они по лесу бегают. Так, пацаны, давайте вот этот дом посмотрим. Тут есть где-то дом прикольный, вот здесь вот. Что у нас тут внутри? Чпонькс. Заходи, заходи. Будем тут, короче, базу себе делать. Что у нас тут на втором этаже? Офигеть, пацаны решили всю карту разбомбить. С окна, да, мочим их? О, можно на этом, на парапете здесь стоять. Ого. Летает только так. Убегай, Димка. Ай-яй-яй. Офигеть. Обстоятельства. Мне это нравится. Надеюсь, ребята, вам понравится, вы поддержите лайкосиком. И подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. Их еще много или нет на карте? Все умерли. Все умерли. Да, я ничего не понимаю. Обнуляем карту. Ребята, это был первый левел. Теперь у нас будет левел немножечко пожестче. Вы, наверное, догадались, за кого я сейчас буду ставить. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Чё, пацаны, вы их загрели на себя? Да. Нет, вообще не могу. Я на крыше стою и смотрю, как вас мочат. Мне шею свернули. Офигеть. Вот это я их наставил. От души. Есть, пошла, пошла, пацана, жара. Пошла. Мы бежим быстро очень. Я прям слышу, как они сзади меня бегут, я буду не останавливаться. Если я хоть на чуть-чуть остановлюсь, они меня убьют. Вот как сейчас. Видите? Успел. Просто повезло. Так. Как-то прикольно, здесь лес есть. Давайте я вам покажу пиццерию. Потому что карта называется, что пиццерия вообще. Эй, жлоб, отстань от меня! Отвали! Блин, зачем я их по всей карте поставил? Ну, там есть фишка. Добежать до пиццерии. Да, я знаю. Фух, никто за мной не бежит. Да, мне тоже они нравятся очень. Короче, надо как-то на вот тут вот проскочить. Так, кажется, живу. Пацаны, надо, главная наша цель добраться до пиццерии. Блин, я сейчас сдохну. Так, просто скачем. Опять меня съели. Мне тоже они едят. Немало я поставил, туда. Да не, нормально. Выжить они можно. За мной бегут, просто за мной. Я бегу. Точно один пацаны, бегает. Сколько их за мной бегут, посмотрите. Не знаю, не хочу смотреть. Пожалуйста, посмотри.
Бежит! Да блин, где пиццерия? Я знаю, я ее видел здесь. Я летал на Вэй. Давайте полечу, покажу ее. Вот она. Ай, меня где? Вот, я буду вот тут внутри. Блин, была возле спауна, я бегал фиг знает куда. Она очень большая, кстати. Ау. Так, пацаны только и делают, что сливаются. Они сразу кидают. Они крутые. Давайте я спаун поставлю в пиццерии здесь один. Давай. И двери закроем. Только дверка открыта. А сейчас двери тут по закрыванию не смогут зайти. Короче, будем в офисе спавниться. Так. Окей. Ставлю. Не то. А задний вход есть, кстати. Я вот сделаю так, чтобы я забежал бы тут. Так, один уже со мной. Давайте, пацаны, умирайте, я жду вас тут. Будем отсюда сейчас оружие брать, не мочить их идти. А я смог спастись. Расчехляем оружку. Так, еще один. Отлично. Димас, а где тут это оружие? Только чтоб не вылетело у меня, главное. Кислоты, наверное, лучше не брать. Так, давайте я тоже оружку возьму какую-то топовую. А дайте-ка я заминирую лучше люк. Может это взять? Не, ну это имбовая чересчур. Давайте послабее возьмем. Черное очко, не? Да не, нормально. Ай-яй-яй, пойдет. Хорошо, что мы тут спамнимся. Все, пацаны, я взял черное очко. Набираем силу. Сила очка набрана успешно. Окей, понимаю. Так, пацаны, вот улица, они где-то здесь. Они иди, иди, прикрывай нас. А вот он стоит прям. Отойдите, я стрельну. Я предупреждал. Сила очка набирается еще. Отойдите от входа. Я предупреждал. Хорошо, это оружие не берет их. Падабум. Ого. Блин, а чё я раньше оружку эту не брал никогда, электрическую? Ты её брал, а я нет. А ну иди сюда. Кто не взрывай их? Вообще ничего не берёт. Да берёт. Нет, уверен. Ты так прикольно подлетел. Стойте, смотрите, как их можно остановить. Да сейчас, я его лупашу. Я его убил. Во, как вы это сделали? Да ладно. Идёмте веселиться, пацаны. Давайте этого разобьём. Давай, я готов. Найс. Отлично. Пошлите их разбивать, мне понравилось. Ай, жертва, приношение. О, я тоже, извините, обстоятельства. Так, берем еще раз? А я вот забыл. Так, идем, продвигаемся. В лесу очень много замороженных. Я иду. Их разбивать. А если их не разбивать, они оживут? Давайте проверим. Одного оставлю сейчас. Они не оживут, они так же останутся. Да? Да. Так, я вижу этого, он стоит. Надо ему жопу подчекотать. Сейчас заморозим. Отлично, мы хорошо с ними справляемся. Круто разбивается. Давайте другим пекалям каким-то. О, расщепитель есть. Ну, что-то я в тайне. Короче, они на деревьях тоже плодятся, оказывается. Скромнее. О, что они прыгают по очереди? Во, у них такие звуки прикольные сделали. Ну что? Некоторых позбиваю. Погнала, родная. Ой, все, тикает. А он ничего не делает. Он мне в глаза не хочет смотреть. Я тут. Удари его. Ой-ой-ой, а чё он резкий такой оказался? Блин, прикольный вот этот скромник. Офигенно. И за мной побежал. Мне кажется, они быстрее, чем те бегают. Нет, мне кажется, медленнее. Да? Он мне так знать не может, а тот прям в притирку бежал. Так, оружие у нас есть. Да, это вообще догнать не может. Ой, я что-то не то сделал, что ли? Ой, чё тут их так много? Говно! Я их активировал таким образом. Блин, прикольно этим оружкой. Провел по всем, они сразу все живые. Давайте, ребята, всех активируем. Так, ведем. Там еще он вдалеке есть. Сюда поближе. Меня прям вентиляция схватила.
Ой-ой-ой. Отлично, пацаны, получилось. Меня сняли. Офигеть. Они дверь вышибают. Они ломают двери? Да, они ломают. Они сейчас дверь в офисе сломали. Тут... В смысле, это они выломали? Да. Ого, их сколько, прощайте. Офигеть, они и с другой стороны хотят поломать. Давай ядерку. Не-не-не, если у меня лучше. Активируем бомбы. Ща. Бум. Как вам бомбочки? Хорошо. Эффективно, мне кажется. Ого. У меня из-за этого вылетело. Они живые. Да не может быть. Точно, да. Живые. Ой, Димас, не надо. Да надо. Я... Прощайте. Ой, сейчас надо мной взрыв будет. Бум, нифига себе, ничего. А, ничего. Слабо, все равно слабо как-то. Да? Ну, на дороге до сих пор скромники сидят. Они сидят, так и сидят. Да, как сидели, так и сидят. Так надо бомбы как-то активировать там. Сейчас мы сейчас активируем. Блин, да дамажит мне радиация вонючая. О, активировались, будем смотреть взрыв. Ну давай, я в тебя верю, ты сможешь. Ой-ой-ой. У вас есть жесткие бомбы? Сейчас. Димас, не надо. Да чё? А как? Они до сих пор все живые. Бомба активировалась, которая там за домом валялась. Они даже в офис пробрался. Погнала. Может, хоть откинет парочку. Бум. Ну, да, некоторых откинуло, кстати. А теперь надо их не бояться, а идти вниз. Вот, ты тоже взял этот пекаль, да? Ну-ка, иди сюда. Сзади! Пацаны, извините, обстоятельства. А где они? Вот по дороге сидят. Сложил одного. Я убил последних, вроде как. Так, пролетаем здесь, сейчас посмотрим. Да, мы убили всех. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега, кто-то Фокси. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас Санбокс. Пацаны, говорите привет. Всем привет. Привет. Сегодня у нас будет рубрика «SCP гоняется за нами». И мы не будем медлить, мы сразу сделаем трэш. Если вам понравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день вот такого вот плана. Так, они не знают, куда дальше бежать и за голову держатся. А я вот побегу сюда. А что ты тут цыкаешь, да? За мной 5 скромников. Ой, ой, блин, они сзади стояли. Они, короче, окружили всю карту. Так, дальше выживаем. Серега, ты где? Я на спауне тут. А что они тебя не трогают? Не знаю. Может, посчитали за своего. А ты похож на скромника? Да, есть немного. А нет, вот 2, 3, 4, 5. О, ё-моё, сколько сагрилось. Я бегу. А я бы не коплю. Я текаю, Дима. Я воду, по-другому никак. Они воду, кстати, не падают, они просто ссыкают. Кстати, ребята, напишите в комментариях, боятся ли скромники воды в реальной жизни? О, конечно, их в реальной жизни нету. Они хотели меня убить. Но я остался живой. Это было очень-очень близко. Не, кстати, они в воду очень активно бегут, но плавать не умеют. Меня твой скромник поджидал. Да, он может. Ой, ой. Только не лагай, не рабочий стол, нет. О, удалились. Так, знаете, что я подумал, из-за чего лагало? Из-за того, что они друг в друге сильно сидели. Потому что в воду зашли. Ой, мама мия. Это немного. Это вот столько. Рекомендовано немного. Так, пацаны, вы просто смотрите на них всех, и вы будете жить. Я чувствую, что нам повезет. Так. А я чувствую, что нет. А чё они не дамажат? Я теперь 100% выживу, Димас, посмотри на меня. Делай как я. Я сел на одного из них, и теперь мне ничего не будет. А так можно?
Ну да, я вон у него на голове сижу, видишь? Так, подожди, тут их очень много. На спауне. Во! Кстати, а чё вы... А давайте вы отвернётесь. Ну, я отвернулся. Сейчас, я тоже попробую сесть, пацаны. Сейчас. Я знаю, как это сделать. Есть, я сижу. И чё теперь? И что? Не знаю. А чё происходит? Просто сидите. А, голову вверх поднимите все. А, точно, поднимайте голову вверх, будем двигаться. Не? Нет. Нет. Почему нет, я не знаю. Нет, вот эти двигаются. О, я вижу. Кстати, они должны нас были убить, но они почему-то нас не убивают. Да, они уже все тут, смотрите. Пацаны, челлендж. Выживи. О, я буду по головам ходить и жить. Танцуем на головах. Прощайте, я пошел, я хочу жить. Я не буду смотреть специально. Настя, подожди меня. Давайте, кто отвернется, тот мужик. Ну я за тобой бегу. Конечно, мужик свалил сам в 3-9 земель. Так, конечно, я су. Секунду. Сюда... О, погнали. Вот сюда они точно не придут. Наверное. Ой, тут так темно. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем по красоте все. Чпонькс, чпонькс. Ну все, теперь точно привлечешь их. Не-не-не. Ой, прикольно. Что я не так, помню этих ходов. Извини, Фредбери, я тебя убью, чтоб они это... Так, а чё они нас не убивают, просто стоят? А потому что на них 3 человека смотрят, и они... Ой, ой-ой-ой, начали двигаться. Я отвернулся, я несу. Ладно, су. Ого, они как шахматы какие-то быстро так двигаются. Абсолютно все. Так, давайте мы сейчас ускорим процесс, чтобы немножко было интереснее. Мы еще поставим всего-навсего парочку чумных докторов. Все, лимит, больше нельзя, потому что, скорее всего, вылетит. Так как у нас еще очень много людей играет. Ой-ой-ой. Серега, бежим. Неси. Ого! Толпа идет. Ой-ой, они там падают, между собой дерутся. За мной тупо 80. Ого, тут зомбаков. 49-й убил. Так, идут. Кстати, знаешь что, Серега, они статую заражают, походу. Но они статую ее точно. Станет зомби? Но они ее ломают точно, потому что она боком падает. О, говно! Вот это мы тут учудили, вообще жесть. И еще раз. Я хочу жить. Отстаньте. Так. И здесь стоят. Серег, ты на голове сидишь, да? Так, лимит сработал. Сработал лимит. Поэтому а больше бомбу? Нельзя. Я хочу с неба парочку штук сбросить, а потом уже в конце эпический взрыв сделаем. Так, для начала мои самые любимые бомбы. Это вот эти вот. Ой, все, нам хана. Не-не-не-не-не. Мы останемся жить. Но не на этом свете. Рабочий стол? Нет. Да. А остался кто-то живой? Давайте посмотрим. Я нет. Я всех чумных докторов замочил, представляете? Ни одного не осталось живых. Надеюсь, до ядерки не дойдет. Не, не дойдет, конечно же. Дойдет. Так, ладно, Серега, сейчас я еще поставлю. А мы не надо. Надо. Давайте испытуем их. Так они же моментально стопнут. Нет. Да? А мы не сильную бомбу на них сбросим. Мы слабую сбросим бомбу. Все, больше не буду. Сам скинул 100 штук, как всегда. Ну-ка. Ой-ой-ой. Красиво, да? Шашметки летающие валяются. Напалмовые бомбы. Да. Хорошо, давайте таких парочку сбросим. Добьем, я вижу, там еще кто-то остался живой. Или нет? 3 человека.
Ого! Все, теперь точно всех добил. Вот это да, просчитывается. Я тут ой, пока бомбу подготовлю. Давай, давай. Ой, а чё они нас убивают? Потому что ты бессмертие не включил. Так я выключил им этот... Я ж выключил им искусственный интеллект. Не? Не работает это так? Эй, прекращайте, мужики! Хорошо, 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 Серега. Виноват, не так сделал. О, стоит на месте теперь. Давайте тогда этих... О, давайте марионеток. Всегда я хотел... Я уже все подготовил. Я понял, Серега, марионетки уже приближаются. Нормально пойдет. Давайте еще увеличим лимит. Настройка песочницы. NPC. Серега, я хочу, чтобы они все уничтожились. Все. Взорвутся. Все, все готовы. Да, 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 да. Готовьте, сейчас будет бада-бум. Давайте в притирку. Два. Бум. Серега, они живые. А почему их не дамажит? Сейчас нифига себе ты мега эпический взрыв запилил, а им ничего. Сейчас исправим, Дима. Сейчас я отлечу, потому что у меня дамаг проходит. Ого, через всю планету что ли дамаг проходит? Так, на арене так не получилось взорвать. Попробуем взорвать. Боньку. Побольше бонек. Все. Это лимит. Больше нельзя. 3, 2, 1. А где она? А где бомба? А вот. Воу. Они все живы. Знаешь, может, в какой-то прикол в том, что я ему вот это подключал, все. Ого, они побежали. О-хо-хо-хо, толпой. Нифига себе, 60 этих бежит. Давайте почищаю немножко, то сильно много. Серега, раз ты не можешь, сделаю это я. И у меня есть для этого все средства. Держите, получите. Нет, не влияет. Абсолютно все живые. Да? А чё, мы что-то не так делаем, может? Ой, не то нажал. Хорошо. А чё надо тогда? Давайте вот этих. Чё они не дохнут? Я сейчас всё исправлю, Серёга. Оу. Я исправляю. Они умирают? Вы чё, издеваетесь? А почему? Да что за баг? И убили все равно. Бомбы в воздухе зависли. Что за говно? Да хватит меня мочить, я же обычный человек. Димас, твои бомбы не помогают. Давай-ка я поп. Давай. Ого. Серега, я тоже бомб набросал, и ты? Да, и я. Вот это да. Живые, да? Получается, их ничем не убить. А знаешь, чем мы проверим, можно их убить или нет? А где они? Чем же? Мы их убили! Ура, наконец. Знаешь, что я хотел проверить? Админский пистолет уже. Один остался. Они не убиваются? Нет. А как мы тогда тех убили? Не знаю. А что такое? Может, они исчезли? Мы их на молекулы разорвали? На атомы. Может, они под водой? Не, под водой они бы это взорвались бы. А вот я их удаляю. То и Бонни, а их нету нигде на карте. Ну, значит, они в бункере спрятались. В скайбоксы улетели, думают, ну нафиг, валим отсюда. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Гордей, Марк Мир и Фистушка. Сегодня мы играем в Гаррисмод, пацанчики, девчонки, поздоровайтесь.
Всем привет. Всем привет. Мы скачали очень классную карту, отдельно мод, чтобы все NPC, которые здесь мы будем ставить, они будут ориентироваться. И сегодня мы будем убегать от SCP. Мы скачали новые моды. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать их спамнить. Давайте проверим, что они могут. Потому что 5 звездочек. Так, давайте я вообще постараюсь максимально их много где поставить. Вы пока стойте, я сейчас вернусь. Да нет, он просто сидит. О, резко встал и побежал. Да ладно, что за баг? Так, он скушал одного подписчика. Надеюсь, ребята, вам понравится. Вы поставите лайкосик и подпишитесь на канал. Эй, а что ты такой стрёмный? А жопа, блин. Он на месте стоит, он не топит. Он как-то не бегает, что ли? А, вот еще. Вот еще одни сидят. Я заогрелся. Там мне тоже не огреться. Давайте для разнообразия поставим все-таки еще и вот этого вот чумного доктора. Он реально очень быстрый. Давайте мы улетим от него, потому что я его сыкаю. Его не зарали. Во-во-во-во-во. Так, с большей поставим всех. Пацаны и девчонки, сейчас будет очень говно. Убили аниматроника Боньку. И кишки мои ест. Так, он идет. Ты его так не убьешь. Он еще быстро ходит очень. Эй, он уже тут. Бегите, глупцы. Начинается веселье у нас. Классная карта. Не знаю, клацал сегодня рандомно, нашел на нее мод. Думаю, что бы и не скачать, раз они тут будут все знать наизусть. Он идет за нами. За кем? Я не знаю за кем. Но он знает ее наизусть. Он за мной. Еще один. Отлично. А вы знаете, что все, кто умирает, они в зомби превращаются? Да. Сейчас будет вся карта зомбаков. Меня скромники окружили. Ой, блин, он тут сидит. Я не знаю, пробегу я или нет. Почему они не бегают? Они же должны бегать. Так, NPC. Они бегают. Бегают, да? Да. Понял. Сдали стрельни, то побежит сейчас с тобой. Офигеть. Скромник убивает зомби чумного доктора. Ого. А, прыгай! Успел зомби превратить нашего подписчика любимого, успел. Он даже спрыгивает и никого не боится, и высоты не боится. Димас. Да. У меня сейчас крипово. Господи. Что? Ой, 3 скромника гоняют. Давай, нормально, я хотел еще поставить. Так, давайте проскочим этого зомби. О, говно, блин, он бегает здесь. Он бегает. Он очень быстрый, вот жопа. Блин, а мне нравится. Вот так хотел давно позаписывать. Оружие юзать нельзя, чисто убегаем. Потом посмотрим, у кого больше всех будет проигрышей. Надо просто их стрелять, чтобы они побежали, а так они... Нормально, а я сейчас еще поставлю парочку, вы что думаете, просто так? Вот тебе еще один, например. Он прям сзади нас идет. Так, я вижу, скромник бегает там. Лупит наших беги. Всех. Беги, Димас, беги! Знаешь, в этой карте невозможно как-то бежать по кругу. Та не идет за нами. А вообще как-то все равно. Идет и зомби с нами, за нами. Привет, чумной. Они идет. Окружают. Да, их сейчас будет все больше и больше. Нафиг, я лучше побегу. А, видел, там скромник на заднице ездит, ну нафиг. Вот зомби идет. Эй, скромник, я свой. Ой. Он сидит и никого, он встает, злится. Эй, я опять сел. Я раздрагиваю. Это жесть. Так, продолжаем. А, не, они уже бегают. Такой голос прикольный у этого чумного доктора. Так, что-то мне кажется мало их, да? Эй, зомби. Эй, скромник, по крыше бегаешь, что за западло? Да как? Так нечестно. Так, идут. Ран, беги, Марк, беги. Бегу. Вот они. Беги. Эй, говно, беги! Ха-ха-ха, их там много! Я не говно. Что это за звук? Кишки кому-то выпускают. Ой. Так, это скромник орёт. Эй! Чумной доктор! 2 штуки! Нет! Так, ускоряемся. Эй, ты чё тут сидишь на дырке? Бежит. Ё-моё все. Димас, ты где? Давай встретимся. Я здесь, я там, где оранжевая с голубым, с синим. Я тоже этом... Идут! Беги! Зомби! Еще один зомби! О, господи.
меня убивает, убивает. А как ты, как выживаешь? Ах, ты ж лоб. Смотри, какой психованный. Да, не эту карту знает хорошо. Я тупо обошла. Так, я сейчас возьму еще с одного пака поставлю этого SCP. Димас, тебя убили, а я побою. Во. Блин. Во-во, сейчас будет орать. Чё, не орёшь? Короче, скромник. А, можно, не надо. Ребята, знаете, что я планирую в следующей серии записать? Если вы меня поддержите лайкосиком и подпиской, или можете написать в комментариях, мы скачаем карту Слендер, и класс, есть блин. Мод Слендера. Будем убегать от Слендера. Я постоянно в пути, в дороге. Я не знаю почему, но приходится всегда бежать. О, тут кровь. Я его активировал. Господи, он активировался на меня. Так, 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 стоим тут. Давайте, ребята. Мы здесь протащим дольше всех. Они не знают, где мы. Главное, чтобы не окружили. Нормально, все будет. Вот говно. Бегите. Бегите. На шифт пробегайте рядом. Их двое штук. Тут скромник, говно. И зомби. А, еще, еще. Еще, еще. Да отвалите. Да они какие-то сильно резкие. Особенно скромник. Сидит, сидит, сидит. Бах, уже за спиной тебе кишки разрывает. Я мимо чумного доктора можно резко пробегать на шифт. Он не успевает ничего сделать. А зомбаков много вообще. Ну потому что это мы, бывшие. Ого, крики. Их все больше и больше. А! Они размножаются. Понимаю. Боже, это какой крик надо издавать. Отвали! Да! Блин, сзади скромник. И кавает мое туловище. Убьет, не убьет, и сидит. Жесть, как все громко. Кричит, кричит, ищет нас. Злится, пацаны. Так, тут какой-то трупейшн лежит. Не надо, не? Кушайте, зомби. Скромник как бы бегает, ну ладно. Ай. Я убегаю от него. Давайте, Маст, первый. Давай, хорошо, первый. Пошли. Я несу. А, их тут много. Так, давайте возьмем оружку, помочь им их всех. Давайте с дробаша помочь им их. Ты что тут застрял в стене? Так, одного наказал я. Наказываем всех потихоньку. Я буду ходить с бластером. Окей. Только своих не убей. Зомби умирает, кстати. Ой, красава. А! Тут за мной из степи, помогите. Буду стараться мочить и бежать, и мочить его. А! Блин, с другой стороны пришел. Жлоб. Блин, я испугался. Прям перед носом. Сдохни! Давай, пока мой труп рвет, лупаш его. Ты чё не умираешь? А, я что, мы успел убить? Да fucking shit, они очень сильные. Согласен. Есть! Чумного доктора реально убить. Серьезно? Да. Есть! Еще одного наказал. Так, я взял классную ружбайку. Идем покажу. Смотри, валяются трупаки. Ты сдохнешь. Мы тебе не дадимся живыми. Ай! На! Прям в бошку! На! Маю. Вот это жесть! А, патроны кончились, говно. Иди сюда, мой родимый хлебушек. Так, скромник сидит, ждет меня. Мне кажется, это очень трудно убить. Очень трудно убить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А! Он меня убивает! Помогите! Вот, блин, жлоб. Во, я взял другой дробаш. Не, давай все-таки вот этот возьмем. Не, вот этот вот. Вот это вот вообще сейчас сильно, ну. А! Блин, извините, господи, да что ж он резко из-за угла выбежал. Да я очканул, если я скажу мягко сказано. Ой. Чуть своих не убил. И ой, красава. Миниганы, будем на них нападать. Так я так и делаю, я их вычищаю. Но не видишь, немножко хитрый есть тут у нас скромник такой. Очень жесткий.
Идемте. Идемте, ищем их. Они должны бояться, а не мы их. Сейчас опять за угла выбежит и замочит меня, я его так боюсь. А, вот. Понимаю. А, отвали! Он пока меня не видит, я смогу его убить. Я смогу. Сдохни, я. Блин, жесть он какой. А, меня не мочи. Да, блин, второй пришел. Вот жопы, а. Так, давайте с другого пака возьмем. Кто у нас еще тут есть? Жесткое да такое. Почему меня-то? О. Блин. Гранатомет есть. Иди сюда, я буду мстить за своих подписчиков. Что-то раньше они на меня не нападали, скромники. Но они разозлились, да, какие-то? Я слышу их не крики. Так, приближаемся, надо их по-любому убить. А! Блин, он сзади был! Да что ж такое, а? Пугает меня сильно он. Ой. Вся карта в трупах уже. Здорово. Так, надо вместе идти, пока он друг одного будет мочить, второй может его гасить. Идем, я жертвую с собой. Окей. Блин, ну его слышно, когда он бежит. Вон он. Вот он. Убивай. Быстрее. Да блин, заряжай. Отвали, блин. Как назло патроны кончились, кто не убивает и гранаты мои. О, я знаю, я вонючие буду бросать, красные гранаты. Вонючки? Да, оно будет их дамажить сильно прям. Вот он. На тебе говно. А! Я побежал, я вспомнил, мне кое-куда надо. Блин, на свою гранату! Вот говнище. Хорошо. Давайте другое возьмем оружие. Сейчас. Во, миниган. Убил, пацаны. Молодец. Еще один. Скромника смог. Говно, блин. Как только начинает стрелять, он сразу агрится на меня. Иди сюда. Ну давай, умирай. Да ты что, бессмертный что ли? Ах ты жлоб. Да! Блин, представляете, он догадался, что вверху я бежал, чтобы меня убить. У него получилось. Убил еще одного. Так. Главное его успеть убить. Ого, его там колбасят. Да сдохни ты, блин. Так. Идемте, не ссыте. Давай в голову. Да сдохну. Да что ж такое, я не могу его убить, он очень мощный. Так, идемте, еще его. Осталось чуть-чуть, я считаю, ему вынес всю жизнь. Ну давай, иди сюда. Скромник психованный. Блин, реально классные NPC-шки, которые мы скачали. Реально круто бегают и знают всю карту. А. Ой-ой-ой, вот это мы его наказали. Так, где еще? Есть еще? Не знаю, еще в поисках. Нету, ребята, всех убили. Найдено. Я знаю, где еще. Пошли. Коридор, где оранжево-синий. Ай. Оранжево-синий, атакует. Вижу. Вот он. Идите ко мне сюда. Я боюсь по нему стрелять, потому что он на меня сразу загрится. Ладно, рискну с собой. Кровавый понос со спины. Убил. Ну, все. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Фокси, Нига, Робби и кто-то. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Хаюшки. Всем привет. Мы сделали, короче, SCP-096 скромник, но мы их увеличили. Посмотрим, что с этого получится. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. А я, пацаны, рекомендую отойти подальше. Так, подожди, они еще не бегут, они просто какую-то дискотеку устроили. Так, один уже побежал. Обрати внимание, они быстрее бегают, когда больше, да? Нет, он не догнал. Так, ну что, давайте начнем. Я тут. Они не пролезают. Пролезают. Не может. Не может пролезть? Давайте уменьшим чуть-чуть его. Так, будем сейчас
О, побежал в другую сторону. О, я третьего лица играю. Что происходит? Эй! Нет, блин, мы ж в лабиринт договаривались бежать. Что это такое? Что происходит? Пацаны, я живой. Беги, Димас, беги. Они не могут сюда зайти. Да, слишком большие. Давай будем уменьшать немножечко, уменьшить. Слегка уменьшить. Ой, сильно уменьшил, да? Не? Пробегай! Блин, да что ж такое, я не ожидал, что... Начинается, ребята, у нас, как всегда, веселье. Надеюсь, вам понравится, вы поддержите лайкосиком и подпишитесь на классный канал, Димас ТВ, ролики выходят каждый день. Блин, давайте спаун поставлю здесь вот поближе. Мы сильно далеко спавнимся и бежать надо. Сейчас мы все запилим, как всегда у нас на высшем левеле все. Давайте поставим несколько. 3-4 штуки. Так. Там по лабиринту бегаешь. А я вот тут побегаю поверху. Так, они не могут пройти, давай еще немножко уменьшим. Они крупногабаритные. Так, уменьшаем этого. И этого. А, о, я просто давай... думаю, может их сделать маленькими, это вообще будет угар. А давай супер мелкими сделаем. Так мы их видеть не будем. Короче, договорились. Делаем максимально их маленькими, насколько можно. О, это будет жестко. Я уже вижу, как они сейчас будут телепизрички маленькие бегать. Эй! Так, 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 дайте я пройду отсюда, а то мне не видно. Хоп! Я уже вижу, там детишки бегают. Так, уменьши. По-моему, они, большинство из них на меня сагрилось сейчас. О, все, побежали. Текаем. Да почему, а почему они не бегут? О, бегут, 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 бегут. Они за мной побежали, потому что... Серега, не ссы. Они... О, все, 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 бегут, бегут, бегут. Так, с этого момента уже начинается интереснее. Особенно, когда очень маленькие бегают. Знаешь, это скромник ребенок. А то его родители. Ой. Короче, мы в следующий раз возьмем карту, очень большую, и сделаем их на максимально больших размеров. А тут есть еще какие-то ловушки. Ой-ой-ой. Я попал в тупик. Не, лабиринт слишком легкий оказался все-таки. Да какой легкий? Они находят здесь. Может, ты думаешь, что он маленький? Так, давайте сюда побежим. Я вижу, там пацаны прыгают. Боятся вниз прыгивать, я тоже. Я их агрю на себя и вот прыгаю. Я хочу, чтобы было вообще мясо жестко. Так, ну чё? Ого, я их поставил. Нормально пойдет, пацаны? Да. Кто-то музыку выстреливает. А я вот они сюда сами, они сами себя мочат, Димас. Ой! И не только себя, и меня. Да. А что, мы сделали битву, получается, или что? Да. Я не знал, что они с разных паков не любят друг друга. Но ничего, мы затащим. Проигрывая постоянно. Я текаю. За мной гонится один из них. Я постою здесь. А я спрыгиваю прямо. Мама. Мне жопа. Кричат и кричат. А я хожу себе гуляю, никто меня не трогает. Ой, он за ним побежал, не за мной. Так, 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 есть. Тебе это легко говорить, за тобой не гонится маль. Да я просто гуляю себе. А, зачем ты на меня его ведешь? Убегаю. Нет, не догнали. Блин, Серега, что за говно? Блин, не сюда. Сюда, сюда, сюда. Не сюда. Беги. Я бы не хоплю. Я его в яму заведу. А тут яма есть? А, Димас, он там сидит, я вернулся. Так за... как его убрать? Я в тупике здесь. Стой. Серега, пацан к успеху шел. Не фартануло, не повезло. Ого. Смотри, Димас. Рядом, рядом, рядом. Второй! А я рядом пробежал. Я через яму прыгаю. Есть. Ну чё, кто ко мне? Я ж не знал, что тут ловушки есть. Да, я только об этом... А как их включать? Пока. Никак. Он упал? Да. О, Серега, ты красава. Одного запоймали. Засловили. А где второй, который меня убил еще? А я не знаю. Внимательно смотрим сюда. Боже, они так кричат сильно. Надо просто писать стоп-саунд. То может психическая травма быть. Их у спавна 3 штучки есть. Так, побежали, Серега. А, это не... Так, сюда, не сюда, сюда. Здесь не у сюда. Нас нифига. Так, так, так. Прикольно, ты себе скин взял.
На мистера Миссикса. У него прикольный голос в мультике. Ай, мистер Миссикс, look at me. О, так ты вообще профи, может, ты его озвучивал? Возможно. Так, пацаны, как тут ловушки включать? Они сами активируются при на... О, а что это мы вообще понаходили здесь, в хате? Убежище от скромников. Так, спрыгиваем. Нифига себе. Кто уже знал, что здесь еще есть подвал? Или подземелье? Ой, секретная лаборатория SCP. Че тут жмякать? Серьезно? Вы в лаборатории? О, заходим сюда. И че тут? А, видите меня? Я тут вентиляцию нашел. Куда она ведет? Не знаю. Че за говно? Ну че, обошли по кругу? Умные люди. Пойдем обратно. Знаешь, Димас, может усложнить это? О, привет. Еще поставить? Не, не скромников, а именно деды, которые через стены проходят, а? Все, я их ставлю. Вы готовы, хлопцы? Нет, не готов. Ой, это не те. Я вечно забываю, где они находятся, а они вот. Все, Димас, по-моему, этого хватит. Да, хорошо. Че, прыгаем? Удалю чуть-чуть, сильно много наставил. О, вот так вот. Все, я спрыгиваю. Ребята, ого, это целая армия. При том, что на этом. Ай! Еще же есть скромники бегают. А че я не могу двигаться, говно? Блин, они через стены везде проходят. Я понял, чтобы выжить, надо сюда двигаться. Димас! Ого! Че они такие злые? Я за вами даже пройти не могу. Они через стену лупашат всех. Еще и тут появляются. Сорока, они появляются даже туда, куда я начинаю только бежать. Ого, видели? Через стены сразу лупашат. Много поставил ты, Димас. Сильно много? Очень много. Да. Ну хорошо, удалим. Удаляю, пацаны. Переборщил, я знаю, я могу. Ого, я их наставил. Серега. Так, пацаны, делаю все по новой. Летим туда. Я и спауна удалил. Все на кучу. Поймо. Офигеть, а кто музыка? Так, давайте я очищаю карту. Очистить. Чпоинкс. Ого, а что не убрались эти пятна? О, я придумал, знаете, что мы сейчас сделаем? Я буду слендером. Не-не-не-не-не. Ни в коем случае не надо. Нельзя. Офигеть. Серега, беги. Беги. А чё я не могу убивать? Вау. Тикай. Я не могу вас мочить, что за говно? Зато я тебя могу ударить. Я просто беспонтовый додик какой-то. Я не могу никого мочить. А как я убил вас? Даже не понимаю. А был скример? Ты отключил ПВП, короче, я его включил. А, я знал, Серега, я просто проверял, вспомнишь ли ты или нет. Да блин, ну Димас, так нечестно как-то. Ну я же слендер. Ну блин, ну так не убивает слендер. Хорошо, все, я не буду. Вблизи убивает. Наоборот, хорошо, надо вообще на него не смотреть, как по мне. Да, ты смотрел на меня, я видел твои зрачки, поэтому я тебя убил. Понял, Серега. Нормально? Пойдет? А меня за что? Я был отвернут. Не, пацаны, даже вы не можете меня убить. Слендер сегодня самый, наверное, жесткий. Даже сильнее из цепишек. Короче, я спрятал в лабиринте ядерную боеголовку. Если кто ее найдет, это и все. Димасу хана, Димас проиграл. Я даже не повернулся, Димас. А я смотрю, кто-то там... Не-не-не-не-не. Сегодня я мочу всех. А я не могу сквозь стены проходить? Не могу. Ты можешь телепортироваться. Я ж могу тпхаться, точно. Ой-ой-ой, Серега, ты зря это сказал. Сейчас найду эту ядерку и... Ты не сможешь меня убить, ядерка. У меня очень много жизни, она меня не возьмет. Спорим? Ты даже не представляешь, сколько у меня жизни. Я ее найду, активирую и тебе... А я тебе не дам этого сделать, я тебя замочу. А я почти дошел до нее. Подожди, а где ты ее поставил? Мне самому даже интересно стало. А я сейчас найду. А, я знаю где. Где? Я лечу к тебе. А, сейчас прям. Дирижабль. Вот тут ты на вышке где-то. Нет. Нет, не на вышке.
Значит, ты в башне. Нет. Все, Димас. Да блин, где ты, жопа? Я хочу тебя убить. Прощай, Димас. Давай, мочи. Подожди, Серега, я не дошел. О, я нашел ее. О. Даже Димаса накрыл. Не убьет, говоришь? Я офигел. Почему так быстро убила? Царь-бомба. И хитрус, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ау.